День военно-морского флота отметили в Московской области. В акватории Пироговского водохранилища состоялся яхтенный парад. На судах прошли представители Союза журналистов Подмосковья. День ВМФ традиционно отмечается в последнее воскресенье июля. На водно-спортивной базе Пирогова состоялась зрелищная программа. Под флагами, яркими красочными гирляндами прошли 11 яхт. Союз журналистов Подмосковья, яхтсмены яхт-клуба «Вымпел», профсоюзный комитет и сотрудники РКК «Энергия» поднялись на борт судов. Многие принимали участие в яхтинге впервые, а в целом празднование Дня ВМФ обернулось целым приключением. Посадка на мели, поднятие паруса – сплочение команды для журналистов стало бесценным опытом, позволяющим расширить свои знания и творческий взгляд. Потенциал вот этого удивительного места, по мнению коллег и моему мнению, далеко не исчерпан. Для жителей Подмосковья, для огромного мегаполиса это возможность здорового отдыха, занятия спортивными какими-то вещами, такими как яхтинг.